Это видео для тех, у кого есть маленькие дети, и они больны. Им требуется собрать какую-то сумму денег на лечение, но такой возможности у родителей нету. Я хочу немного помочь. У меня есть свой сайт, видеостудия Эмита. Там я пытаюсь создать фонд. Если кто-то знает, как это делается, какие-то советы, можете дать мне эти советы либо сюда в видео, либо на сайт. Ссылочку я дам, вот тут вот будет вверху, нажмете и попадете на сайт. Обращаюсь к родителям, у которых дети больны, и вы не можете собрать денег. На телевидение обратиться сложно, как бы, да. Но интернет, как все знают, тоже это сильная вещь. О вас узнают многие. Прежде всего я хочу обратиться к родителям тех детей, которые живут в городе Брест или его районе. Я хочу вам предоставить такую возможность снять видео с обращением к людям. Как бы мы постараемся его размножить. Я думаю, все, кто смотрит это видео, будут следить за этим. Я буду выкладывать эти видео, и мы будем помогать распространять информацию про этих детей. Внизу я буду указывать номер счета, и попытаемся, чтобы как можно больше людей это увидело и вам помогло. Не думайте, что на свете мало людей, которые могут помочь. Все равно, даже если несколько десятков человек поможет, это тоже результат. Результат нужен любой. Просьба родителей не отчаиваться. Если, еще раз повторяю, вы живете в городе Брест или где-то рядом с Брестом, я готов выехать к вам, снять бесплатно ваш материал и разместить ваше видеообращение на YouTube и других соцсетях. То есть информацию распространить об этом. Не отчаивайтесь, крепитесь, надейтесь на лучшее. Я думаю, народ не останется бессердечным и поможет вам. Заходите на сайт вот по этой ссылочке. Ссылочка приведет вас в папочку «Фонд». Там подробно вы можете узнать информацию. Мой телефон в Бресте, МТС мобильный, 807-3007. Вот тут внизу я подпишу. Звоните, обращайтесь, буду рад вам помочь.